Привет, ребята! А вы знали, что проблема оригинальных подарков уже решена? Заходим на сайт компании Mr. Holst и заказываем портрет по своей фотографии. Вы сами выбираете стиль и размер своей картины. Mr. Holst – это индивидуальная работа с каждым клиентом и быстрая доставка по всей России без предоплаты. Картина – это незабываемый подарок для дорогого вам человека. Все ссылочки в описании под видео. У Юлии Фременковой появились проблемы со здоровьем. Девушка обратилась к врачам. Она пожаловалась, что в последнее время у нее немеют кончики пальцев и сильно болит голова. Ефременкова отправилась в медицинский центр и сдала анализы. Выяснилось, что проблема возникла из-за зубов и неправильного прикуса. Сейчас участнице телестройки предстоит носить брекеты и удалять зубы мудрости. Еще недавно Бородина и Жужа были самыми близкими подругами, а теперь не скрывают, что их дружбе пришел конец. Правда, предпочитают не распространяться на тему того, что за черная кошка между ними пробежала. Поклонникам же не остается ничего другого, кроме как строить предположения и гадать. В сети уже появились первые варианты столь неожиданного разлада между Катей и Ксюшей. И хотя прямых доказательств тому нет, это более чем вероятно. По одной из версий, Жужа стала одной из тех, с кем Курбан загулял, будучи в браке с Бородиной. Кроме того, сама Ксюша взбесилась из-за слов теперь уже бывшей подруги. Многие помнят, как еще в самом начале своей телевизионной карьеры Катя сболтнула лишнего, заявив, что она ведущая наравне с Бородиной. По словам Алексея Купина, в данный момент Майя Донцова поддерживает контакт с бывшим участником Иваном Барзиковым. У ребят есть свои дела, в которые Леша старается не совать нос. Тем не менее, если на проекте появится кто-то из бывших парней Майи, то Купин не будет ее ревновать, ведь полностью доверяет своей возлюбленной. Зрители «Дома-2» в шоке от анонса на субботний эфир. Во время голосования на лобном месте абсолютно все участники не просто плакали, а рыдали. Кого провожали в последний путь, узнаем совсем скоро. Пока точно известно, что было два кандидата – Петр Шепель и Валерия Фрост. Интрига. Один из бывших участников намекнул, что Валерия Фрост и Захар Соленко покинули проект, а несколько дней назад ходили слухи, что выгнали Петра, и курочка ушла за ним. Марина Африкантова устала от своей интернет-зависимости. Ей совсем не хочется заходить в интернет и выкладывать новые фото. Сегодня она вышла на связь с подписчиками и объяснила, что все хорошо. Отдыхает, высыпается и набирается сил. А в это время ее возлюбленный Роман Капаклы страдает без своей принцессы на поляне. Кстати, по словам Ромы, за время отдыха в Дубае Татьяна Владимировна может внушить дочери, что ей нужен более взрослый и обеспеченный мужчина. В данный момент Африкантову-старшую смущает только один вопрос – разница в возрасте Марины и Романа. Молодой человек уверен, что в эфирах показывают только часть из их жизни на проекте. И когда Татьяна увидит их общение с Мариной вживую, то поймет, что все в полном порядке. Парень также отметил, что будущая теща относится к нему очень позитивно. Сергей Захарьяш с Лилией Читрару сильно подрались на Сейшелах и отменили свою свадьбу в декабре. В сеть попало видео будущего эфира, на котором показали кадры безобразной драки. Сергей не смог простить Читрару оскорблений и рукоприкладства, правда и сам не остался в долгу. В ответ Захарьяш не только как следует отмутузил сожительницу, но и в прямом смысле слова плюнул ей в лицо, а затем и вовсе засунул под ледяной душ. Ну а само видео драки Сергея и Лилии вы можете посмотреть на стене в моей группе ВКонтакте. Ссылочка на группу есть в описании. На сегодня это все новости Дома-2. Смотрите предыдущие интересные видео на моем канале, ставьте лайк и оставляйте комментарии.